Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем изучать английские слова, как вы понимаете, в режиме интенсива. Да, и обязательно смотрите весь плейлист про английские слова, все ссылочки в описании. И мы с вами двигаемся дальше. So, the word 851. Слово 851. 851. Итак, как сказать апартаменты или квартира? Это будет слово apartment. Apartment, apartment. Например, я хочу сказать, что мы сняли небольшую квартиру. Значит, снимать будет или арендовать это rent. Соответственно, скажем мы, we. Rent, это правильный глагол. We rented a small apartment. We rented a small apartment. То есть мы сняли небольшую квартиру. We rented a small apartment. То есть rent вообще имеет два значения: снимать и сдавать. Далее, окей. So, the next word. Следующее слово. Хотя на самом деле мы про rent уже с вами говорили, поэтому просто пример. We rented a small apartment. We rented a small apartment. Окей, so the next word. 852. Объявлять что-то. Это будет announce. Announce. Это было объявлено в аэропорту. Как мы с вами скажем? Это, it, было. Здесь, видите, действие происходит кем-то, поэтому нужно использовать passive voice, страдательный залог, или пассивный залог во времени past simple. Мы с вами помним, как он образуется. Все достаточно просто. Was или were. Но раз это значит it, значит was, поэтому it was. Плюс третья форма. А в английском языке она называется past participle. So, was, were, plus past participle. It was. И третья форма от announce, это даже announced. It was announced. Это было объявлено. It was announced в аэропорту. И вспоминаем, как сказать в аэропорту, какие предлоги. Это сказывает at the airport. At the airport. It was announced at the airport. It was announced at the airport. Далее. Они сделали объявление. Ну, что сказали там вслух какое-то объявление. Сделали, например, в аэропорту. Соответственно, объявление тогда в этом случае это announcement. Announcement. То есть они сделали объявление. They made an announcement. They made an announcement. И на самом деле есть небольшая тонкость. Значит, не надо путать два слова announcement and advertisement. Advertisement. Вы знаете, что advertisement это тоже объявление. Advertisement тоже объявление. Это объявление там в газете. Там, например, in a newspaper. In a newspaper. Там, например, в газете. In a newspaper. Там, in a magazine. Там, в журнале. Magazine. Там, или, например, онлайн какой-то. Там, advertisement. Там онлайн, то есть, ну, в интернете и так далее. То есть, когда что-то написано. То есть, когда написано, как мы с вами скажем, это, опять же, пассивный залог, но уже в настоящем времени it's written. It's written. It's written. Это написано. It's written. Announcement. Это когда, so they say it. Они говорят это. Okay, so apartment. We rented a small apartment. Announce. Passive voice, past simple. Was, were, plus past participle. It was announced at the airport. Announcement. They made an announcement. Advertisement. In a newspaper, magazine, or online, so it's written. It's written. Okay, next. Как бы сказать слово поле? Поле будет field, field. И, например, это спортивная площадка. Как мы с вами скажем? Ну, когда указываем там это, мы говорим this is. Точно, this is a sports field. This is a sports field. Это спортивная площадка. This is a sports field. This is a sports field. Это спортивная площадка. Окей, okay, next. Следующее слово – ниша. Ниша на английском языке так и будет. Niche, niche.
Я хотел бы работать в этой нише, то есть в этой сфере. I'd like to work. I'd like to work in this niche. В этой нише, in this niche, или в этой области, in this area, или в этой сфере, in this sphere. Видите, такие похожие слова: niche, area and sphere. I'd like to work in this niche, or area, or sphere. Okay, the next word, стадион. Стадион. Стадион будет stadium. Stadium. Они на стадионе. They are at the stadium. They are at the stadium. Они играют в футбол. They... То есть в настоящий момент, естественно, время present continuous. Present continuous. То есть то, что происходит в настоящий момент. Present continuous. Как мы с вами скажем, они играют в футбол. Present continuous. На форму to be, they are. И глагол с инговой формой. They are playing. They are playing football. They are playing football. Они играют в футбол. They are playing football. Okay, so field. This is a sports field. Niche. I'd like to work in this niche. I'd like to work in this area. I'd like to work in this sphere. Stadium. They are at the stadium. Present continuous. They are playing football. They are playing football. Okay? Okay, next. So, достаточно легкие слова. Рука, arm, arm, то есть полная рука, то это arm. Или, допустим, если мы там пожимаем, то мы говорим hand. Там пожимать рука hand, shake hands, when we shake hands, когда мы жмем руки. Okay, so, и нога будет, соответственно, leg, leg. И примеры, leg. Значит, вытяни руку. Значит, вспоминаем, как будет вытянуть. Это будет stretch. Stretch. Stretch your arm. Stretch your arm. Я думаю, у вас многие из вас многие интересуются фитнесом и читают различные инструкции на английском языке. Ну, там такие слова встречаются. И выражение stretch your arm. То есть вытяните руки. Stretch your arm. Leg. То же самое можно сказать. Там вытяните ногу. Stretch your leg. Stretch your leg. Stretch your leg. И часто говорят, например, он сломал ногу. Там he, получается, break, ломать. He broke his leg. He broke his leg. Там, или он ушиб руку. Можно сказать he. Здесь будет hurt. He hurt his arm. He hurt his arm. He hurt his arm. Далее, следующее слово управлять. Управлять. Manage. Manage. Значит, он управляет огромной корпорацией. He manages огромный, a huge. И вспоминаем, как слово будет корпорация. Huge corporation. He manages a huge corporation. He manages a huge corporation. Okay, so. И можно сказать, например, он управляет. He manages своей собственной командой. He manages his своей собственной own. He manages his own team. He manages his own team. Team – это команда. Okay, so arm, leg. Stretch your arm, stretch your leg. He broke his leg. He hurt his arm. Manage. He manages a huge corporation. He manages his own team. Далее. Менеджер. В принципе, легкое слово, так и будет менеджер. Там вы хотели бы быть менеджером. Would you like to become, стать, would you like to become a manager? Там почему? Why? Там, или почему нет? Why not? Why not? Would you like to become a manager? Why not?
И, например, я работаю менеджером. I work as a manager. Вот такой оборот. Работаю кем-то. Work as. I work as a manager. Или просто I'm a manager. I'm a manager. Там я менеджер по продажам. Как мы с вами скажем, I'm a sales manager. I'm a sales manager. Я менеджер по продажам. I'm a sales manager. Далее. Следующее слово это management. Так и будет. Management. По-другому управление. Management. Мы изучали менеджмент в университете. We studied management at university. We studied management at university. We studied management at university. Окей, okay, next. Дальше следующее слово, это будет слово кресло. Кресло будет armchair. Armchair. Как сказать? Он сел на кресло. He sat na in an armchair. Да, не удивляйтесь. Это такое выражение, что если мы садимся на стол sit on a chair, мы на кресло sit in an armchair. Просто нужно запомнить. So we must remember it. Мы должны это запомнить. We must remember. We must remember it. Мы должны это запомнить. We must remember it. Okay, so manager. Would you like to become a manager? Why? Why not? I work as a manager. I'm a manager. I'm a sales manager. Management. We studied management at university. Armchair. He sat in an armchair. We must remember it. Okay? Next. Значит, рубашка будет short. Short. Значит, он надел свою новую рубашку. Вспоминай, будет надеть. Это фразовый глагол. Put on. Put. He put on свою новую, his new shirt. He put on his new shirt. He put on his new shirt. Далее. Там, например, эта рубашка стоит $50. Эта рубашка, this shirt, как сказать, стоит. Стоит это глагол cost. This shirt, это it, поэтому costs. This shirt costs $50. This shirt costs $50. Или просто можно сказать, this shirt is, там, $30, нет, $30, is $30. Можно и так сказать. So this shirt costs $50, or the shirt is $30, for example. Окей, okay, 864. Прибывать. Прибывать будет arrive. Arrive. То есть они прибыли в Москву. They arrived in Moscow. They arrived in Moscow. Мы прибыли в Лондон. We arrived. We arrived in London. Далее. Они прибыли в аэропорт. They arrived. Значит, смотрите, если город и страна, то in. Если какое-то маленькое место, то at. Это тоже такое правило есть. Поэтому they arrived at the airport. Это нужно запомнить. They arrived at the airport. Там они прибыли на вечеринку. То же самое. They arrived at the party. Они прибыли на вечеринку. They arrived at the conference. Они прибыли на конференцию. At the conference. То же самое, они прибыли на встречу. They arrived at the meeting. At. Если город, страна, то in. Вот такое общее правило. И, конечно, важнейшее слово это артикль. Артикль будет article. Article. Не забывайте использовать артикли, как мы с вами это скажем. Don't forget. Don't forget. Не забывайте to use articles. Don't forget to use articles. Okay, so shirt. He put on his new shirt. This shirt costs $50. This shirt is $30. Arrive. They arrived in Moscow. We arrived in London. They arrived at the airport. At the airport, they arrived at the party. They arrived at the conference. They arrived at the meeting. Article. Don't forget to use articles.
Это первое значение, но, наверное, вы подумали, что есть и второе значение. Как сказать, есть второе значение. Это очень просто. Есть, это имеется конструкция there is. There is the second meaning. Есть второе значение. There is the second meaning этого слова of this word. Что это? What is it? What is it? Это означает статья. Можно сказать, я прочел, I read a very interesting, очень интересную статью, a very interesting article. То есть article также это статья. It's the second meaning. Это второе значение. Right. So there is the second meaning of this word. What is it? I read a very interesting article. Окей, следующее слово достаточно интересное. So the word 866s используется во многих оборотах. Например, что касается меня. As for me, я также думаю так. I also think so. As for me, I also think so. Так, например, насколько я знаю, такие обороты. Насколько я знаю, as far as I know. As far as I know. Это работает следующим образом. It works следующим образом. This way. As far as I know, it works this way. Но насколько я понимаю. As far as I understand. As far as I understand. As far as I understand. Насколько я понимаю. Мы сделали правильную вещь. We did the right thing. We did the right thing. As far as I understand, we did the right thing. Okay, so. И, например, также as еще используется потому что. Например, they, они предложили нам это, they offered it to us as, так как, as, это может принести им, или это могло принести им, as it could bring them, дополнительную прибыль. Дополнительный будет additional, additional profit, additional profit, дополнительная прибыль, or additional money, additional money. Okay, so we have, yeah, as, мы с вами поговорили подробно про as, и теперь еще два слова, это возможно, это слово possible. Possible переводится как возможно. Например, все возможно. Как мы с вами скажем? Everything. Everything is possible. Everything is possible. Все возможно. Everything is possible. Yes, it's, I think, a very good example. Это очень хороший пример. Everything is possible. И, соответственно, второй пример. Значит, еще один пример, значит, possible, это возможно. Значит, этот ответ вполне возможен. This answer, этот ответ, this answer is quite possible. Этот ответ вполне возможен. This answer is quite possible. This answer is quite possible. Этот ответ вполне возможен. И, соответственно, антоним невозможен. Невозможен будет impossible. 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 Mission impossible. Миссия невыполнима. Mission impossible. Это может быть такое название, а если грамматически сказать, то мы скажем, эта миссия, this mission is impossible. This mission is impossible. This mission is impossible. Эта миссия невыполнима, если грамматически. Это может просто быть в названии, там, mission impossible, там, с головки. Okay, so, right, there is the second meaning of this word. What is it? I read a very interesting article. As for me, I also think so. As far as I know, it works this way. As far as I understand, we did the right thing. They offered it to us as... Видите, as означает так как. На самом деле, мы знаем, что так как это because, потому что, да, всем известное слово, но также... В этом же значении может быть as и since. Это такая грамматика для уровня среднего и выше среднего. Вы имеете как бы это в виду, что так как может означать эти три слова. Because, as и since. Потому что as и since, они прозвучат более формально. They sound more formal.
Okay, so they offered it to us as it could bring them additional profit or additional money. Possible. Everything is possible. This answer is quite possible. Impossible. Mission impossible. This mission is impossible. This mission is impossible. Okay, next. Вежливый. Вежливый будет polite. 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 Например, он всегда вежлив. He is always polite. He is always polite. Это очень вежливый ответ. It's a very polite. It's a very polite answer. It's a very polite answer. И невежливый это будет impolite. Impolite. Но почему он такой невежливый? Почему? Why is he so impolite? Why is he so impolite? Почему он такой невежливый? Why is he so impolite? Далее, следующее слово это спрашивать. Ask. Да, не спрашивай меня об этом. Don't ask me. Don't ask me about that. Don't ask me about that. Там, могу я тебе задать один вопрос? Могу ли это? То есть, can you? Can I ask you? Can I ask you? Один. Ask это даже спросить, задать вопрос. Can I ask you one question? Can I ask you one question? Okay, so, polite. He is always polite. It's a very polite answer. Impolite. Why is he so impolite? Ask. Don't ask me about that. Don't ask me about that. Can I ask you one question? Can I ask you one question? Okay, so next. Как будет отвечать? Ну, вы знаете слово answer. А есть также еще слово отвечать, которое означает reply, которое мы говорим reply, тоже отвечает, но обычно имеет более формальный оттенок reply. Например, мы написали им письмо. We wrote a letter to them, но они не ответили. But they didn't reply, или they didn't answer. И на самом деле reply это также ответ, это существительное. Но не было ответа. But, вторая вариация, but, не было ответа. But, there was no reply. But there was no reply, к примеру. There was no answer. Или, например, there was no reply. Reply означает ответ. Тут, в принципе, такое полезное слово, особенно в бизнес-контексте. Я думаю, вы не против общего изучения бизнес-контекста, бизнес-лексики. Далее, ассистент или помощник, это будет assistant. Assistant. Например, она мой личный помощник. She is my personal. She is my personal assistant. She is my personal assistant. Она мой личный помощник. She is my personal assistant. Okay, so the next word. Привлекательный. Она выглядит такой привлекательной. She... Выглядит это look. Добавляем s, так как she looks so такой attractive. She looks so attractive. She looks so attractive. Например, это, не знаю, там здание выглядит очень привлекательным, очень красивым. This building. Ну, обычно, может быть, более интересным будет пример. Это предложение звучит очень привлекательно. Давайте с вами это скажем. Это предложение. Ну, предложение не в смысле sentence, а что нам предлагает. This offer. Далее, звучать. Понимаете, как будет звучать? Sound. Не забываем поставить S. This offer sounds очень привлекательно. Very attractive. This offer sounds very attractive. И следующее слово удивительный. Удивительный это будет amazing. Я видел такую фразу. Не один раз. Люди удивительные. People are amazing. People are amazing. People are amazing. Просто это удивительно. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Это удивительно. То есть это прекрасно. Как сказать прекрасно? Ну просто там. It's wonderful. It's wonderful.
It's wonderful. It's просто great. Реально great. It's wonderful. It's amazing. Это удивительно. Okay, so we have answer. Reply. We wrote a letter to them, but they didn't reply. But they didn't answer. But there was no reply, there was no answer. Assistant. She is my personal assistant. She looks so attractive. Yeah, attractive. The offer sounds very attractive. Amazing. People are amazing. It's amazing. It's wonderful. Great. Okay, so let's revise everything that's the same. Повторим. It's very important for our progress. So, apartment. We rented a small apartment. Announce. Passive voice plus simple. Was verb plus past participle. It was announced at the airport. Announcement. I remembered a very funny joke. Okay, so they made an announcement. Advertisement in a newspaper or in a magazine online. It's written. So it's written, yes. So when something is announced here, when we are talking about, you know, for example, an advertisement, it's written. It's written. Okay, so next. So what is next? Field. This is a sports field. Niche. I'd like to work in this niche. I'd like to work in this area. I'd like to work in this sphere. For example, you know, you're thinking about starting up your own company or having your own business, and you think, okay, where should I work? What niche to choose? Okay, by the way, let's go on stadium. They are at the stadium. Present continuous, they are playing football. Arm, leg. Stretch your arm, stretch your leg. He broke his leg. He hurt his arm. Manage. He manages a huge corporation. He manages his own team. Manager. Would you like to become a manager? Really, would you like to become a manager? Why? Why not? I work as a manager. I'm a manager. I'm a sales manager. Management. We studied management at university. Armchair. He sat in an armchair. We must remember it. We must remember this phrase. Shirt. He put on his new shirt. This shirt costs $50. This shirt is $30. Arrive. They arrived in Moscow. We arrived in London. They arrived at the airport. They arrived at the party. They arrived at the conference. They arrived at the meeting. Article. Don't forget to use articles. There is the second meaning of this word. What is it? I read a very interesting article. As for me, I also think so. As far as I know, it works this way. As far as I understand, we did the right thing. It means because, as, or since. They offered it to us as it could bring them additional profit or money. Possible. Everything is possible. This answer is quite possible. Impossible. Mission impossible. This mission is impossible. Polite. He is always polite. It's a very polite answer. Impolite. Why is he so impolite? Ask. Don't ask me about that. Can I ask you one question? Answer. Reply. We wrote a letter to them, but they didn't reply, they didn't answer, or but there was no reply, there was no answer. Assistant. It means there was silence. Silence. Тишина. Silence. There was silence. Assistant. She's my personal assistant. She looks so attractive. This offer sounds very attractive. Okay, so let's take this offer. Let's take it. If it really sounds so attractive, why not? Okay, amazing. People are amazing. It's amazing. It's wonderful. Great. Really great. It's amazing. Not just amazing. It's absolutely amazing. Okay, thanks a lot. See you. Bye.